Всем привет, меня зовут Саша Гуржи, и я нахожусь в Турции. Это отель Palm Beach Pelek, пятерочка. В этом выпуске покажу вам полноценный обзор этого отеля. В это время ставьте лайк под этим видео, бейте колокольчик, дабы не пропустить мой следующий выпуск, кстати, тоже из Турции. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, и погнали на обзор. А выбрать горящий тур или отель по раннему бронированию можно через мою группу в Телеграме. Обязательно добавляйтесь в нее. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ведь именно там в сторис вы первыми увидите обзор отелей, которые я сейчас снимаю для вас. Предлагаю начать обзор отеля Palm Beach именно с нулевого, самого нижнего этажа. А почему решил вам показать именно нулевой этаж? Ведь именно здесь можно увидеть абсолютно всю территорию отеля. То, ради чего я вас сюда привел, это макет. Макет всей территории отеля. Здесь можно посмотреть, что где есть, понять для себя концепцию, территорию, и потом уже идти в конкретные места. Вот так вот выглядит дорога. Заезд на территорию, горки, футбольное поле, виллы, основной центральный корпус, где мы сейчас находимся. И здесь же бассейны. Бассейн 1, бассейн 2, зелень и проход к пляжу. Необычно, интересно и очень удобно. Это все, напоминаю вам, на нулевом этаже. Также здесь есть рояль, скорее всего, проходят какие-то музыкальные вечера, но, к сожалению, сейчас, пока карантин, пока небольшая загруженность отеля, этого, к сожалению, нет. Вот там вот чуть выше находится ресепшн. Поселяюсь я в отель на обед. Начну сейчас вам с ресторана. Сразу обращаю внимание на то, что отель рассчитан на 700 номеров, но проживает в нем сейчас только 20, поэтому работает не на полную силу. Но вы видите сами, сколько здесь линий раздачи и сколько будет еды. Я думаю, начиная уже с начала июня, еды здесь будет много, также и будет много туристов. Отель большой, территория большая, соответственно, ресторан, зон выдачи и столиков тоже очень много. Сейчас покажу вам блюдо, которое есть на данный момент. Но опять же, это есть сейчас, а к сезону, к лету блюд будет намного больше, точно так же, как и будет больше гостей. Очень много разных видов пахлавы. Из фруктов есть арбуз, панакота. То есть не фрукты, я знаю панакота. Но из фруктов арбуз, апельсин, банан, яблоко, груша, киви, клубника, рахат лукум, сухофрукты. Еды реально много. Да, это все на 20 номеров. Здесь же есть йогурт и есть соки. Для детей то, что нужно. Детское питание. Кукуруза. Крабовые палочки, если не ошибаюсь. Салаты. Морковка. Зелень. Опять же, салаты. Оливье. Оливьесочка. Класс. Лосось. Тунец, лосось. А там дальше канапешки? Сыр. Сыр. Идем смотреть сыр. Идем. И опять же здесь, как и в предыдущих отелях, большой выбор сыра. Ребята, это зона выдачи сладостей, фруктов и салатов на 20 номеров. То есть малая часть того, что будет вот там вот дальше. Теперь идем смотреть основные блюда. Ой, боже,
Выходишь на террасу, а здесь потрясающий запах зелени. Ой, сказка, сказка. Начинаю с булочек, хлебобулочный отдел. Булочек немного, но их, в принципе, достаточно. Дальше у нас рис и тушеное что-то. Роти с курицей. Роти с курицей, да. Здесь готовят картошку с начинкой, с овощами и с сыром. Дальше у нас баклажаны. Беф строганов. Картофельная пюрешка. Из супов у нас суп раз. И супчик два. Борщ с мясом, ребята, класс. Так, что у нас здесь? Шашлык из индейки. Томаты на гриле. Котлеты на гриле. Перец на гриле. Сибас, ребята, сибас. Скумбрия и капуста. Овощи на гриле. Здесь же соусы. Дальше спагетти, равиоли, макарошки и опять же спагетти. Боже, ребят, я уже устал, я уже хочу кушать все это. Я вам до сих пор снимаю. Последний стенд, последняя витрина. Картошечка фри, луковые кольца, куриные наггетсы, инди-котлетки и сельдерей в оливковом масле. Еды реально очень много. И еще раз повторюсь, третий раз, это при том, что всего лишь наполняемость отеля 20 номеров. Вы поняли масштаб, да? Можно кушать как внутри, так и на террасе. Терраса с видом на море, на бассейны, на пальмы. Ребята, устал говорить, хочу кушать. Погнал набирать еду. Ребята, поселяюсь в номер. Мои чемоданы. Я пока оставляю на проходе и вам покажу сам номер. Номер у нас 1365. Начну я сразу с уборной. Светлая, просторная, есть белые полотенца, унитаз, душевая кабина, она не закрывается. Давайте сразу посмотрим, что у нас по косметике. Шампунь, гель для душа и что-то еще. Ага, бальзам для волос. Мыло, ватные палочки, зубная паста, зубная щетка, раз, зубная паста, зубная щетка, два. Пилочка для ногтей Гребинет. И здесь у нас в красивой коробочке. Ага, пенка для бритья и станок. Кстати, я как раз собирался завтра побриться, поэтому пенка мне будет кстати. Потому что я с собой не брал. Занимает много места. Набор в душевой. Очень даже ничего. Есть фен. Фен работает. Какое-то уведомление прочитаю позже. Мыло как в пакетике есть, так же и здесь. Сытно пообедав и поселившись в номер, отправляюсь показывать вам огромнейшую территорию отеля. Сразу при входе на территорию отеля стоит security, есть шлагбаум, который пропускает машины и автобусы. И здесь же с правой стороны расположена парковка.
Вы спросите, зачем парковка? Ну вот, например, вы приезжаете в какой-то отель один, но вам оказывается скучно там, и вы хотите покататься по Турции, поехать в Анталию, поехать в Белек, поехать в Сиде. Берете в аренду машину, катаетесь и тем временем заезжаете в другие отели, снимаете там жилье на сутки, на двое. Поэтому, если такое будете делать, если вы приедете на машине, здесь будет где ее оставить. Здесь есть парковка. Сегодня 20 мая, и на деревьях уже растут апельсины. Я думаю, здесь нет ничего удивительного, ведь собирают урожай апельсинов в Турции 3 раза на год. Поэтому в мае можно часто встретить на деревьях уже спелые плоды. Апельсин, мандаринов и скоро будут лаймы. При входе на территорию аквапарка есть детский комплекс Пино. Здесь же есть как качели, так и маленькие горки, мини-гольф и, конечно же, детская комната с аниматором. Давайте посмотрим, что здесь дети делают. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы делаете? Здесь вы рисуете? Нет, мы карты играем. А что дети еще тут делают? У нас целая группа, у нас каждый день разные активности. Строим замки, рисуем пальцы. Конкурс рисуем под красками, у нас есть император, фильм, дети. А работает с 10 до 17, да? Да, или... с 10 утра до 10 часов. Ага. И здесь бесплатно дети ставят, да? Да, бесплатно можно оставить от 4 лет. И до 6? Деток? Да, от 4 и до. Ага, понятно. 15-17. А здесь, так понимаю, в 20-15 диско для детей, да? Да, детская дискотека у нас ближе к ресторану. Ага. И сразу после детской дискотеки у нас еще мультики для деток. А где они проходят? Там же? После фитнес-зала есть еще одна маленькая комната, ага. Где написано детский клуб, и там вот у нас мультики проходят. Понятно, хорошо, спасибо большое. А можно я приду? Конечно, проходите. Нет. Здесь у нас батуты, баскетбол, маленькие горки, которые, скорее всего, стоят как на улице, так и внутри. Машинки, качалки. Там дальше столики, игрушки, настольный футбол. Класс! Розовый домик для девочки. Сейчас только май. Можно представить, какая будет жара. Летом, да, кондиционер есть. Но здесь вообще не жарко, а если даже жарко, то, скорее всего, включают кондиционеры. То есть здесь деток можно будет чем-то занять, как днем до 17:00, так и вечером. Есть анимация, есть дискотеки, есть мультики. Поэтому детям от 4 лет точно будет не скучно в данном отеле. Корова. Вот такие вот небольшие столики с скамеечками, домики, где можно поиграть. Но моя цель аквапарк. Я сам обожаю горки. Есть вероятность, что я в него неправильно иду, могу не попасть. Но все же я увидел, что есть детская зона. Здесь дети могут поиграть в гольф, если они учатся играть. И сразу же напротив гольф-клуба мини-зоопарк. А что у нас по зоопарку? У нас здесь попугайчики. Тук-тук. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы рассказываете? Я извиняюсь. Их, наверное, не научили на русском разговаривать. Но вы приезжаете сюда, отдыхайте. Думаю, вы научите. Здесь 3 попугайчика. Дальше. Здесь голуби. Кстати, обращаю ваше внимание, что в этих вот клеточках убрано не грязно. Смотрите, видите? Чисто. Подготовились к сезону, выбелили стены. Стены белые. Тоже там пару какашечек валяется, но они же тут живут. Они же тут каждый день какают. Но грязи нет вообще практически. А кто у нас здесь? Тоже клеточка, скорее всего,
Какие-то попугайчики живут. О, и здесь птички. Они, видимо, все спят, да? Положи. Ай, моя манюсенька, моя ты курочка. Ой, привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, рассказывайте, вам тут нравится? Какие они красивые, смотрите. Мини-зоопарк. Животные в надежных руках. Поэтому обязательно, когда будете оставлять своих деток, приводите их сюда, пускай играют, пускай смотрят. И здесь же тоже есть какие-то клеточки. Не знаю, здесь кто-то живет или не живет. Может, тоже кто-то спит, но, к сожалению, пока что не видно. Но при этом есть красивое большое дерево. Так, расспросив у детей, куда мне идти, я надеюсь, что я правильно направляюсь. Идем искать аквапарк. Перед самим аквапарком есть фудкорт. Вот. К сожалению, он не работает. Опять же, скорее всего, потому что мало людей сейчас. Но к вашему приезду должен работать. И теперь давайте посмотрим на сам аквапарк. Один из часто задаваемых вами вопросов: Саш, какая сейчас температура воздуха, какая температура воды в море? Сегодня у нас 20 мая, и в Турции сейчас вода плюс 24, плюс 25 градусов. И, в принципе, мне не холодно, как в бассейне, так и в море. А температура воздуха 30-32 градуса. Бывает такое, что просыпаешься утром, кажется, что прохладно. Холодный ветерок щекочет кожу, но потом буквально через пару часиков вылазит солнышко и реально начинается пекло. Очень жарко, и даже сейчас я понимаю, что если я лягу на часик на лежак, я сразу загорю либо сгорю, потому что солнце парит такое нормальное. Но я же иду кататься на горках в аквапарк. Их, правда, открыто сейчас немного, не все, но горки экстремальные, горки большие, а я такое люблю. Погнали кататься. Ребята, хочу, чтобы вы обратили внимание на ступеньки, подъем на горке аквапарка. Они все здесь прорезиненные, и даже при большом желании с них не упадешь. Потому что зачастую такие ступеньки скользкие, и есть возможность, что ребенок, который поднимается на горке, может подскользнуться и упасть. Здесь же данный вопрос исключен. Но есть, конечно, не дело случая. Ну что же, ребята, добрый вечер. Я в ресторане, в главном ресторане нашего отеля. Сейчас буду брать себе ужин, покажу вам, что же здесь подают на ужин. Я был безумно приятно удивлен.
обедом. Надеюсь, на ужин питание будет точно такое, даже лучше. Поэтому давайте сейчас пробежим, посмотрим, чем же нас кормят. О, боже, какое оно все красивое. Ребята, смотрите, первая холодильная витрина – это сладости. Точно так же, как и было в обед. Пирожные, сладости, пахлава. Очень много, большой выбор всего. Вот, смотрите, отдельная полноценная витрина исключительно с пахлавой турецкой. Дальше у нас идут фрукты. Здесь арбузик, панакотта и еще что-то. И вот здесь опять же фрукты. По фруктам у нас был арбуз, клубника, апельсин, груша, киви, яблоко и много-много турецких сладостей. Среди них рахат лукум, много разных видов рахат лукума и, я так понимаю, чипсы из яблока. Радует, конечно, все красиво выглядит, вкусно. Дальше оливки, маслины, детское питание, йогурты, сачок. Здесь же у нас салаты, укропчик, петрушка, крабовые палочки, огурец, помидор. Детское питание, кстати, смотрите, ребята, детское питание в баночках. Поэтому, если вы приедете с малышами, здесь тоже можно будет им чем-то перекусить. Чтобы не готовить специальное меню, не готовить специальную еду, здесь есть детское питание. Дальше у нас идут салатики. За салатиками еще салатики. И здесь опять то же самое, что было и на обед, сыры. Но при этом сыров очень много, есть рыбка. Честно, не знаю, как она называется правильно, похоже на тюлечку. Вот здесь называют не тюлька, а тюлечка. Похоже на тюлечку. Безумно все приятно, красиво выглядит и очень аппетитно. Теперь идемте на улицу, потому что основная еда вся находится на улице. Толя, а что ты себе берешь? Там уже просто их нету, поэтому показываю последнюю порцию. Я последнюю забрал. Это мидии? Это не мидии, это называется... забыл, ладно. Это из рода мидии, но это не мидии. Стейк? Стейк из лосося. Где, здесь? Все там. Иди. Ребята, а что ты не увидел? Давайте быстро сюда, я побежал за стейком. Здесь фасоль, здесь рис, дальше. А дальше ассорти из долмы. Такого раньше никогда не пробовал. Думаю, возможно, вы тоже, поэтому впервые попробуете. Следующее блюдо. Овощной гратен. Дальше у нас идет кебаб из баклажанов с говядиной. Запеченная картошка. Ребят, напоминаю, что это всего лишь малая часть ресторана, потому что загрузка сейчас минимальная. Суп из баранины и риса. Загрузка отеля сейчас минимальная, поэтому готовят еды немного, но к вашему приезду здесь будет в разы всего больше. Говядина на гриле. Помидоры. Курица на гриле. Опять же, то, что было и на обед, у нас дорадо на гриле. Хотя дорадо вроде бы не было, да? Дорадо не было. За дорадой у нас форель. Кстати, ребята, форель. Форель на гриле. Very nice. Дальше овощи. Перчинка. За овощами. А что у нас за овощами? И спагетти и равиоли. Опять же, макарошки в сливочном грибном соусе. Макароны из морепродуктов. Чтобы вы не думали, что я вас обманываю, макароны из морепродуктов. Ребята, здесь безумно вкусно и большой выбор еды. Если я в Египте набираю себе 3-4 тарелки, чтобы всего распробовать, здесь я понимаю, что будет вкусно и даже не хочется много набирать еды, портить, надкусывать. Это, кстати, луковые кольца, а здесь куриный шницель. И в самом конце у нас куриный рулет и тушеные овощи. По ужину я вам все показал. Людей немного, но опять же, сейчас 20:36, ужин заканчивается, а начинается он
в 18:30, поэтому я бегу набирать себе еду. Возможно, тоже успею на лососевый стейк, на морепродукты. И потом вам покажу, что же я взял и насколько оно все вкусное. Ребята, весь мой ужин у меня за столом. Хочу вам сейчас быстренько рассказать, потому что хочу уже безумно кушать. Быстро вам рассказываю, показываю и кушаю. Взял я себе спагетти с морепродуктами, взял рыбный стейк, взял мясо, тоже какая-то рыба, похожа на нашу селедку, но без костей. Вкусная. Были морепродукты из фруктов, всего лишь арбузик, клубничка и одно пироженка. Решил много не наедаться. Окей. Подошел официант, предлагает нам холодной водички. Ребята, по сравнению с другими турецкими отелями, где я был, самое первое и явное отличие – это то, что здесь не нужно заходить в масках и набирать еду в масках. Потому что в других отелях нужно одевать маску при входе в ресторан, набираешь себе еду в маске, когда садишься, маску снимаешь и кушаешь. Здесь же можно спокойно себе набирать еду и... И за маску тебе ничего не скажут. Хочешь одевай, хочешь не одевай. Мне лично проще быть без маски, потому что у меня аллергический ринит, у меня постоянно заложенный нос, и дышать в маске неудобно. Но знаю, что многие из вас, которые смотрят, за маски, поэтому здесь палка в двух концах. Меня радует то, что здесь маски не просят одевать. Я кушать, ужинать, потом пойдем посмотрим шоу-программу, анимацию, если, конечно, она здесь будет. Хотя говорили, что будет. Вечером минимальная анимация была. Минимальная все потому, что на момент пребывания в отеле в Турции действовал карантин, и большая анимация, концерты, массовые действия были запрещены. Поэтому для гостей, для взрослых была лотерея. Ведущий называл разные номера, раздал гостям разные талончики, и кто первый зачеркнет первую, вторую, третью линию, получал коктейли, получал медали, разные подарки. Для детей была дискотека, а уже на второй день было караоке. Там даже пел я, но как я пел, я видео не вставил. Можете посмотреть это у меня в Инстаграме, в закрепленных сторисах из Турции. Браво. Продолжаем. Теперь... Второй бинго. Вам надо запомнить две линии. Один не хватает уже, две линии надо. Хочу рассказать вам маленький секретик. На выходе из главного корпуса в сторону бассейнов есть бар. Это и было моим самым любимым местом. Все из-за того, что здесь кроме алкоголя местного производства был импортный алкоголь. Бейлис, мартини и вкуснейшие коктейли. Поэтому, если вы едете на алкотур, на отдых взрослыми, без детей, к примеру, хотя детям тоже будет не скучно, смело сюда можно приезжать. Коктейли и напитки здесь очень вкусные. Ребята, на секундочку, 23:40. 20 минут до полуночи, и у нас при отеле открыт ресторан. Понятное дело, что еды здесь будет немного, но перекусить для тех, кто не наелся, можно будет. Смотрите, есть сладости, есть фрукты. Из фруктов апельсин, груша, лимон, овощи, сыры. Минимализм, но в принципе этого будет достаточно, чтобы нормально покушать. Есть даже курица, смотрите, и булочки. А вот такое вот зажигательное видео я увидел утром, когда проснулся. Я включил телевизор, и здесь Pine TV, телеканал отеля, где аниматор показывает зарядку и играет с вашими детьми. И это продолжалось на протяжении всего дня. Если анимация запрещена, она будет по телевизору. Итак, что у нас на завтрак? Первое – это сухие завтраки, прохладные кумы, овсяночка, печенюшки, курага
И опять же разные виды рахатовых лимонов. Здесь джемы, соки, изюм, сыр, оливки, маслины. Опять же детское питание. Из фруктов. Арбуз, апельсин, яблоко. Дальше у нас по салатикам зелень, огурец, помидор, лимончик и общие салаты. Здесь же на своих местах сырная и мясная нарезка. Опять же, сыров много. Есть даже какие-то канапешечки с рыбой. А что же у нас здесь? Здесь у нас булочки, как и были. Яйца вареные. Яйца вареные. Овощи, вареная брокколи с другими овощами. Пройдя чуть дальше, мы видим, а что мы видим, ребята? Вареная гречка, манка, овсянушка. Здесь блинчики, яичница, сыр халуми и французские тосты. Боже! И здесь же сосиски и жареный суджук. Тегис, блинчики, чебуреки. Сразу же возле ресепшена есть лобби-бар. В принципе, он работает до 12 ночи. Но вчера мы в компании сидели до 12:30. Нам также делали коктейли и давали нам перекус орешки. Давайте посмотрим, какие здесь напитки. Здесь удобные мягкие диванчики. Помещается много людей. Можно сидеть как вдвоем, так и полноценными компаниями. Алкоголь здесь как местного, так и импортного производства. Местный, конечно же, бесплатный. А импортный, типа Джек Дэниелс и так далее, когда я вчера заказал, то уже был платный. Хотя на минус первом этаже наливали мартини, и оно было бесплатным. А выбрать горящий тур или отель по раннему бронированию можно через мою группу в Телеграме. Обязательно добавляйтесь в нее. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ведь именно там в сторис вы первыми увидите обзор отелей, которые я сейчас снимаю для вас. Хочу также обратить ваше внимание на вот такой вот чудесный аппарат. Я думаю, многие знают, что это такое. Это упаковка багажа. Здесь же при отеле за $7 можно купить жетончик, взвесить багаж и упаковать. В принципе, взвесить можно и бесплатно, без жетончика, а упаковка стоит $7. Но если вы купите один жетон, вы будете самостоятельно упаковывать и можете то время, когда будет тянуться пленка, разбить на 2-3 багажа и упаковать сразу за эту сумму несколько единиц своего багажа. При отеле очень много зелени. Ну, практически как и во всех отелях Белека. Мало того, что зелень, здесь еще в основном хвойные деревья. Поэтому, я думаю, вы представляете, какой здесь запах. И сюда реально приезжаешь, ну, как на отдых, ну, как в санаторий. Здесь ходишь, гуляешь, дышишь свежим хвойным воздухом и укрепляешь свое здоровье. Pine Beach Hotel. Основные гости данного отеля – это Украина, Беларусь, Россия, Европа, Америка и другие страны. Сразу при спуске с детской комнаты, с аквапарка расположены виллы. Виллы здесь двухэтажные, их много. И возле вилл сразу же теннисный корт. Корт для большого тенниса.
Днем, к сожалению, здесь никого нет, но можно также поиграть и ночью. Вверху висят фонари, поэтому ночью теннисный корт освещается. И сразу же за ним расположено футбольное поле. Кстати, ребята, здесь футбольное поле не просто так, чтобы поиграть. Здесь в жаркий период, то есть с июня по август, когда большая загрузка отеля, проводятся бесплатные уроки по футболу. Если у вас ребенок 5, 6, 7, 8 лет, и он любит футбол, здесь во время отдыха можно отдать его в группу футбола, и его будут на протяжении всего вашего отдыха обучать. Если же ребенку понадобятся дополнительные уроки, индивидуальные с тренером, то они уже платные. А групповые уроки, групповые тренировки бесплатные. Помимо футбола есть также другие уроки, я вам расскажу о них чуточку позже. Для любителей настольных игр есть шахматы. Здесь, конечно, шахматы не такие маленькие, чтобы на столе поиграть, но все же поиграть можно. Кстати, точно такие же шахматы я видел в отеле Рихана в Шарм-эль-Шейхе. И если вы не видели этот выпуск, обязательно посмотрите у меня на канале. Черные, белые, плиточка положена, все красиво. Здесь же есть ламзаки, здесь же релакс-зона, ни баров, ну бар, конечно, есть, но не работает, ни музыки, здесь просто лежишь, отдыхаешь и релаксируешь. Релакс-зона, здесь небольшой и неглубокий бассейн, но в принципе здесь бассейн для того, чтобы купаться, а чтобы лежать, загорать и слушать пение птиц, которые сейчас я слышу, возможно, вы тоже. Здесь также есть бар, называется Botanic Bar. Он сейчас не работает, но я думаю, что к вашему приезду, когда начнется горящий сезон, летом, здесь будет все работать на полную, потому что территория большая, вместимость людей тоже большая. Кстати, отель работает здесь круглогодично, круглосуточно. Не только летом, не только в жаркий период, в жаркий сезон, а круглый год. Поэтому, я думаю, к вашему приезду здесь все будет работать. Для всех зрителей, которые только появились мне на канале, я хочу сказать, что я стараюсь практически каждый месяц, то даже два раза в месяц летать в Египет. Сейчас начинаю летать в Турцию, дабы снимать для вас обзоры отелей и отправлять вас только в проверенные, проинспектированные мною отели. Также у меня есть контакты гастролейшена, которые будут вас поселять. Поэтому даже если вопросы возникают у вас при поселении, я буду помогать вам их решать, даже находясь в Украине. Поэтому, я думаю, вы знаете, кому обращаться за подбором тура. Конечно же, к Саше. Контакты мои, мой телеграм и моя группа с горящими турами в описании под видео. У нас агентство «Отпуск 24/7», поэтому писать, бронировать туры можно в любое время суток. Неважно, это день, ночь, 24/7, пишем, бронируем и улетаем на отдых. Возвращаясь к анимации, прогуливаясь по территории, я увидел, что здесь есть небольшой тир. Есть аниматор, и дети ваши могут пострелять с лука или небольшого такого вот ружья. О, я реально думал, что здесь не работает все это здание. Давайте посмотрим, что же здесь. Здесь лобби-клуб. Вот реально лобби. Можно сидеть, кушать, пить напитки. Здесь же магазины.
И через это здание можно зайти в крытый бассейн. Опять же, в связи с минимальной загрузкой, крытый бассейн не работает, но когда он будет работать с подогревом. А бассейн реально большой, здесь можно будет купаться как днем, так и вечером, потому что, видим, есть подсветка, бассейн большой, бассейн глубокий, есть лежаки, и сразу же здесь панорамные окна с видом на зеленую территорию. Вот я сейчас в Турции в середине мая. И я понимаю, что реально сюда стоит приезжать и стоит часто приезжать, мне, по крайней мере, снимать для вас обзоры именно летом. Потому что в сезон, когда много людей, все здесь будет заполнено водой, заполнено людьми, людей будет еще больше, и здесь жизнь будет кипеть. В принципе, как и у нас раньше. Сезон начинается в Бердянске, в Кирилловке, в Одессе. Начинается, по факту, сезон с мая, и длится он по октябрь, но все равно все люди едут в июле, в августе. Кто-то едет еще в июне, но водичка еще менее прогретая, поэтому зачастую все едут в июнь, в июле и в августе. Кстати, в каком месяце ездите на отпуск вы? Напишите, пожалуйста, мне в комментариях под видео, очень интересно узнать. Еще один детский клуб, детская зона. Здесь горки, здесь качельки, домики. И расположена она сразу в минимальной доступности к морю. Ребята, хочу обратить ваше внимание на то, что здесь есть даже ночной клуб. Опять же таки, за счет того, что сейчас начинается подготовка к сезону, он еще не работает. Но я думаю, опять же таки, повторюсь, к вашему приезду здесь будет безумно много людей. Там будет бар, там будет пиццерия, там будут бургеры, будет много фудкортов, будет играть музыка, а вечером крутейшая анимация, потому что реально клуб большой и большая вместимость людей. Это клуб для взрослых, здесь, скорее всего, проходят какие-то спортивные анимации, групповые тренировки. И вот там вот дальше, под навесом, под накрытием, тоже есть сцена, там тоже будет проходить анимация. Я нахожусь сейчас в Турции, когда у них еще локдаун, когда анимации запрещены, поэтому если не проводятся, какие-то минимальные. Баскетбол, зарядка, и то зарядка в основном по телевизору. Зарядка, стрельба из лука, анимация вечером в виде лотерейных билетиков и так далее. Ну, а когда вы приедете, когда локдаун закончится, когда начнется сезон, везде будет круто, будет весело, музыка будет и там, и там, и там, везде. И танцы будут тоже везде, поэтому приезжайте вы, приеду я. Отдыхайте, наслаждайтесь отдыхом. И даже не раздумывайте, куда ехать. Отель реально крутой. Территория отеля огромнейшая. Бассейнов, я честно сказать, я уже сбился их считать, потому что только здесь. 1, 2, 3. Дальше будут бассейны большие. Бассейны возле аквапарка, то есть как минимум где-то их здесь 6 или 7, если не ошибаюсь. При том всем, что отель на первой линии моря. К тому же одна сцена раз, вторая сцена два, отдельная зона, где будут проходить какие-то активности в плане спорта, тренировки, гимнастика и так дальше.
А вот там вот на травке топчаны, ламбзаки. И если ваш ребенок, подросток, купается в бассейне, но вы не хотите оставлять его одного, вам надоели топчаны вот эти, можно полежать на привязанных к пальмам топчанам, пофоткаться и просто позагорать. Мне здесь нравится, я здесь всего лишь на 2 дня, но очень надеюсь, что в июле приеду сюда туром на неделю, потому что реально отель мне понравился и очень хочется сюда вернуться. Надеюсь, вам понравился он тоже. Поэтому приезжайте, бронируйте у меня тур. Ведь если это вопросы возникают, я буду решать, даже находясь в Киеве их, я не бросаю своих туристов на произвол. Если я был в этом отеле, у меня есть контакты гастролейшн, которые будут вас поселять, и напрямую решать буду вопросы с отелем. Поэтому бронировать туры, конечно же, только через Сашу. Не реклама, просто информация. Кстати, опять же, я вам рассказываю о том, что отель готовится, но как он готовится? Вот сейчас, видите, коктейль-бар. Он еще не открылся, но его уже вымывают. Через 2 дня заканчивается карантин, и здесь будут коктейли. Он не открылся, но его уже вымывают, чтобы когда карантин закончится, сразу же моментом поставить алкоголь, поставить сиропчики и вам делать коктейли. Я пришел к сцене, давайте посмотрим, потому что сцена огромная, мест тоже много для сидений. Сейчас вам покажу сцену и зону релакса, которая возле сцены и возле моря. Кстати, напомню вам, что отель работает здесь круглогодично. Поэтому даже вне сезона здесь есть люди и часто здесь проводят форумы, семинары, съезды. Вот сцена, вот бассейн, а вот там вот море. Но прежде чем пойти на море, конечно же, нужно взять полотенечко. Полотенечки здесь коричневого цвета и выдаются они Pine Beach. А вот такая вот башня в виде маяка с подсветкой на сцену. Здесь можно обменять карточки на полотенце. Вот что ни говори, но отель крутой. Если вы любите отели с большой территорией, когда много зелени, много цветов, много растений, пальм, вам однозначно стоит сюда приехать. Более того, отель расположен на первой береговой линии. Здесь песчаный пляж и прозрачнейшее море. Давайте, кстати, отправимся на пляж и посмотрим на моречко. І море вийшло з берегів.
ребята, у нас сейчас только первая половина мая. И вода уже теплая, горячая даже. Представьте, что будет, когда вы приедете сюда в июле. Представляете, лучше покупайте у меня тур и сразу же сюда. Контакты в описании под видео. А я плавать. Молодец, Толя. К огромному сожалению, мой выпуск из отеля Pine Beach подошел к концу, и я хочу с вами поделиться итогами моего отдыха по данному отелю. Pine Beach Белек находится в Белеке. Большая, огромная, зеленая территория. Даже вот я сейчас нахожусь на балконе своем при номере, и здесь у меня видно с окна деревья, видно сосны, потрясающий запах хвои. Поэтому территория большой плюс. И сюда реально хочется приезжать как в санаторий, как на отдых. Потому что даже прогуливаясь по отелю, вы дышите свежим, чистым воздухом. И тем самым уже очищаете свой организм. Набираетесь положительных эмоций. И заряжаетесь позитивом на весь последующий год, либо полгода. Территория большая, есть аквапарк, есть бассейны, есть сцена, есть ночной клуб. Первая линия моря, чистый песчаный пляж, чистое прозрачное море. Номера тоже большие, уютные, мне понравились. И отдельный респект за питание, потому что при том всем, что в отеле, отель рассчитан на 600 с чем-то номеров, сейчас минимальная загрузка 20-30 номеров, но при этом кормят всех как при полной загрузке. Я не говорю о том, что еды очень много, но все равно, я думаю, я то, что вижу, я набирал всего лишь малую часть по одной штучке, потому что я понимал, что тем стейком, той куриной филешкой я наемся сразу же, и не стоит просто даже брать лишнее. Поэтому я всем доволен. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Также можете писать мне в личку в Instagram. Для тех, кто не подписан, обязательно подпишитесь, потому что многие моменты, которые не вошли в этот выпуск, остались у меня в закрепленных сторис в Инстаграме. В том числе, как я пел в караоке. Да, вот именно для вас я это решился снять, решился спеть. Конечно, не сильно у меня получилось, но все равно увидеть это можно в Инстаграме. На этом, собственно, все. Если остались вопросы, пишите, оставляйте комментарии. А отправиться в этот отель можно даже напрямую через меня. Ссылка на группу с горящими турами и моими контактами в описании под видео. Ребята, это был отель Pine Beach Белек. Я очень надеюсь, что выпуск был для вас интересным. Приезжайте, отдыхайте. Меня зовут Саша Гуржий. В качестве благодарности буду рад за ваш лайк. Бейте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Тоже, кстати, из Турции. Подписывайтесь на мой канал, на мой Инстаграм, на мою группу горящих туров. Ведь отдохнуть в этом отеле можно даже напрямую через меня. И до новой встречи. А встреча будет очень скоро. Пока! Так-с, я уже с чемоданами на выселение, вот, не хочется выселяться, не хочется, конечно, выселяться, но нужно, я думаю, что в скором времени обязательно сюда вернемся и, скорее всего, даже через каких-то полтора-два месяца. До свидания, до свидания. До свидания. И вам до свидания. Обязательно, естественно. Очень понравилось. Скоро вернемся. До свидания. А выбрать горящий тур или отель по раннему бронированию можно через мою группу в Телеграме. Обязательно добавляйтесь в нее. Также подписывайтесь на мой Инстаграм, ведь именно там в сторис вы первыми увидите обзор отелей, которые я сейчас снимаю для вас.